ты платину и леса дремучие, лишь бы брали правильно и Сибирь не мучали. Так, друзья, удивился я Железов, что они купили 10 или 15 саженцев и ни одного персика. Мне стало обидно. Вы в курсе, что персики самоплодные? Достаточно одного. Да, теперь уже да. Теперь да. Так, простите, как вас зовут? Александр. Александр, вот ваша работа. Вот это вот, на ней висят последние яблоки. Но какие? Это самый лучший сорт мичурина. Идем сюда. Это бельфер китайка. Я надеюсь, что вы сейчас пошибаете, что и осталось. Вот. Сейчас я вас удивлю. Вот. А, маленькая есть. Просьба такая. Трясете, и у вас пакет есть, да? Вот, давайте. Ну, не может такого быть, чтобы от меня уехали с пустыми руками. Во-во-во-во. А теперь дайте, вот самое красивое дайте мне, я похвастаюсь. Вон. Ага, вот это. Вот. Вот оно чудо. Посмотрите. Тут все чудо получается. Тут одни чудеса. Там чудеса, там леший бродит, железо бродит. Да правда, русалки на ветях, вот ни одной не увидел. Так, ладно, держите, а то вот. Собирайте. Так, а мы нечего лясы точить, пошли работать. Итак, небольшой питомничек. Вот он, так. Я уже собрался их через месяц, когда перед первыми морозами, выкапывать и прикоп. Спасибо, хоть выручите, хоть один возьмете. Выбираем вот этот, смотрите. Так. Опа, сейчас. Нет. В каком расстоянии? Нет, давайте. Сейчас. Я не хочу, что попало. Любой, мне все равно. А нет, тут вот в этот, самый шикарный, вот этот. Выкапываем. Мы вот так обрезку сильную сделаем, он хорошо приживется. Вот, а пока... На каком расстоянии от ствола? А сейчас делаем наоборот. Держите. Он отключен. Так. Сейчас я проверю. И показывайте меня. Ага, работает. Так, работает Валерий Константинович. Выкапываем персик хасанский. Великолепный. Самый морозостойкий в мире. Великолепный персик. Будем надеяться, что из рук патриарха получает. Он уже в Хабаровском крае замерзает. А уже не замерзает. Особая технология. Вот. Вы знаете, как она происходит? Сказать? Скажите. Это секрет всему миру. Почему не знает? Значит, получил, привил на манжурских абрикосах. Они передали ему сумасшедшую морозостойкость. Получил косточки. И в этих косточках уже... А этого не может быть никогда. А в этих косточках уже морозостойкость манжурца. Персик, как морозостойкость манжурца. А дальше вы проверите. Рискнули 1000 рублей. Я стал мелочиться. Вот такой у меня, видите, который уже это... Распушился. Он за один год такой. Это не значит, что 2 года рос. Он сразу закладывает эти самые боковые побеги. Вот. И сейчас мы с вами его разглядим. Самая задача как можно ниже перерубить центральный корень. Все, набрали? Угу. Вот теперь будете меня вспоминать. Жалко, груши отошли. И вот даже не валяются нигде? Найдем. Хотите найдем? Немного, да. Просто... А много уже и нету. Я понимаю. Смотрите теперь. Мы берем то, что получилось. Землю сохранить почти невозможно. Смотрите. Вот это вот такое расстояние. Это нам еще повезло, что я столько...